Zombie Apocalypse. Всем привет! Сегодня у меня попытка номер два отремонтировать вот такой светодиодный светильник. Он с датчиком движения, где-то 15 ватт. Вот это вытащенная схема его управления. Таким он образом выглядит снизу. Тут, соответственно, схема управления укладывается и закрывается крышкой. Вот, я уже снял и пытаюсь попробовать дальше отремонтировать его. В предыдущем видео я менял эти конденсаторы от донора такого же светильника, но ничего не помогло. Добрые люди в комментариях начали писать возможные неисправности и как их решить. Один из людей написал, что можно убрать один из этих резисторов, называется R5 в схеме. Вот он посередине стоит, и все будет работать. Кто-то написал, что здесь стоит семистор и необходимо замкнуть первую и вторую ножку. Это идет управление светодиодным светильником от датчика движения. Семистор на схеме выглядит вот таким вот образом. Если кому-то интересна марка, можете остановить и почитать. И сейчас для начала я попробую, конечно, проверить вот этот вариант. На семисторе замкнуть ножки первую и вторую. Через него проходит электрический ток. Третья, она на управление идет. Если светильник загорится без моргания, значит проблема вся в управлении. И стоит разбираться здесь. А сейчас я его включу и покажу, как он работает у меня. Вот так вот он моргает, после чего включится и, в принципе, работает нормально. Вот он включился, и теперь он работает, реагирует на движение. Итак, вот замкнул я вот эти контакты, первый и второй. Сейчас будет напряжение идти напрямую на светодиодный светильник без управления датчиком движения. Включаю. И лампа загорелась без всяких морганий. Значит, вот эта схема вся исправна. Надо смотреть управление. То ли семистор неисправен, то ли схема управления неисправна. Сейчас попробую найти причину. Так, ну вот светильник рабочий, это уже радует, значит, можно его использовать даже без датчика движения, все будет работать. Но я, конечно, хочу сделать, чтобы у меня работал датчик движения, а для этого я разомкнул опять эти контакты, первый и второй, и подключил схему управления. Так, что у нас по схеме управления? Здесь у нас стоит такой вот разъемчик, вот он. С тремя контактами. Это у нас идет на датчик движения. Вот эти контакты питающие, средний и крайне правый. А крайне левый, это у нас идет на управление семистором через вот такой вот резистор. Померил я, в общем, напряжение на вот этих контактах питающих, и напряжение там не очень велико, а точнее где-то 2,8-2,7 вольта. Это маловато, должно быть 3, либо 3,3, где-то вот в этом пределе. Возможно, из-за этого и не работает должным образом семистор, не может включиться. Скорее всего, где-то в схеме управления, возможно, здесь стабилитрон вышел из строя, может быть, какой-то из конденсаторов, тут стоит питающий конденсатор, может быть, он причиной неисправности. Но так как у меня сейчас нет под рукой запчастей, я попробую сделать немножко по-другому. Здесь есть вот такой вот резистор. Он идет от управления. Он идет с датчика движения. Управляющий контакт вот этот. Он, соответственно, подает напряжение сюда, ток. На управление семистором. И семистор открывается. Этот резистор ограничивает этот ток. Соответственно, и напряжение. Я попробую его исключить, замкнуть вот эти контакты и посмотрим, будет ли работать схема. Конечно, бы лучше просто уменьшить его сопротивление, но так как у меня сейчас под рукой нет никаких запчастей,
один только тестер и паяльник. Я попробую просто замкнуть эти контакты и посмотрим, изменится ли что-то. Так, ну вот, замкнул я контакты таким проводком, для того, чтобы не повредить при пайке этот резистор, на всякий случай. Ну вот сейчас попробую я включить в сеть светильник и посмотрим, решилась ли проблема. Так, светильник загорелся без проблем, без всяких мерцаний. Сейчас проверим, работает ли схема управления. Он должен сейчас отключиться и, соответственно, сработать от моей руки. Итак, вот светильник отключился. Пришлось долго ждать. Надо поднастроить время отключения. Сейчас пробую поднесу руку и сработает ли он. Все отлично, все работает. Так что вот здесь была где-то причина неисправности. Точнее, она еще есть. Но так как у меня сейчас нету под рукой никаких запчастей, я просто исключил вот этот резистор, сделав перемычку, и, соответственно, у меня все заработало. Просто не хватало напряжения сработать вот этому семистеру. Ну вот как бы весь ремонт. Надеюсь, мне светильник еще долго прослужит верой и правдой. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все, всем счастливо, пока! We'll be right back.